С 15 февраля в Чувашии сняты ограничения по приему населения в многофункциональных центрах. Все офисы МФЦ перешли на обычный режим работы. Прием заявителей, как и раньше, будет осуществляться в порядке живой очереди и по предварительной записи. В Чебоксарах и в Новочебоксарске граждан будут принимать с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, в субботу с 9 до 14 часов. Вопросы можно задать по многоканальным телефонам 22-47-77 и 23-23-00. Управление Росреестра по Чувашии напоминает, что с середины февраля во всех офисах МФЦ можно подать документы на регистрацию права собственности на объекты недвижимости, расположенные за пределами республики. Такая процедура называется экстерриториальная регистрация. По времени оформления в собственность земельного участка, дома, квартиры, гаража или дачи займет ровно столько же времени, если бы имущество находилось в шаговой доступности.